Приветствую вас. Я полагаю, что основная причина, проблема поведения вашей сестры заключается в том, что вы вот как раз и говорите ей, что хорошо, что плохо. Вы говорите, как нужно хорошо делать. Вы говорите, будет лучше. То есть, как бы, вы, ну, в некоторой степени, да, пытаетесь... Ну, я имею в виду не вы, а ваша семья. Говорит ей, слушай меня, и все будет хорошо. А в самом деле, посыл, он немножечко другой. Он такой, чтобы все получилось правильно, чтобы тебе было хорошо, нужно делать то-то, 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 то-то. То есть не слушать меня. То есть не нужно никого слушать, не нужно никого подавлять. Вы можете диктовать ребенку, как нужно поступать, но в итоге это, сами видите, приводит к тому, что он бунтует. Я полагаю, что сейчас с ребенком нужно, во-первых, договариваться, во-вторых, относиться к нему как ко взрослому, то есть именно как ко взрослому относиться, а не как к ребенку, потому что она уже не ребенок. И, скорее всего, она уже давно не ребенок. Вот. Так что, на мой взгляд, здесь вот именно такая может быть рекомендация вам. Но опять же, это напрямую зависит от того, готовы ли вы слушать, допустим, готовы ли ваши родители слушать, готовы ли они менять свою модель поведения. Вот. То есть это такой вот важный момент. Но однозначно могу сказать, да, что как вот вы сейчас ребенка пытаетесь подавить, так и, соответственно, он дает обратную реакцию, как бы, вот. Пытаясь освободиться, но, как это не парадоксально, а ребенок все равно идет по тому сценарию, который устанавливают ему родители. То есть вот то, что делает ребенок, да, он делает то, что хотели, от него, ну, я не знаю, например, вы.
Тут хотели от него родители, например. Понимаете? Наверное, вы этого сейчас не поймете, то, что я пытаюсь сказать, потому что, ну, может быть, для вас это будет сложно. Но родители как бы стимулируют ребенка к тому, чтобы он делал какие-то вещи. Далеко не всегда те, которые ему нравятся. Понимаете, какая история? Вот. Поэтому, мне кажется, что здесь нужно вот именно с такой позиции подходить к вопросу. Вы правильно сказали, что подросток, ваша сестра, она подросток. Так вот, если она подросток, да, если она подросток, так позвольте ей быть подростком. Позвольте ей делать свой выбор. Совершать, может быть, свои ошибки. И так далее. Конечно, не стоит доводить там до вреда какого-то, это понятно, что не стоит доводить до вреда. Ну так никто о вреде не говорит. Никто не говорит о том, что обязательно должен быть вред. Поэтому прежде чем говорить о том, что делать с ребенком, я предлагаю сперва подумать о том, что делать с родителями. Вот. В первую очередь. Вот об этом я предлагаю подумать. И если когда это будет выявлено, да, то уже можно будет что-то рекомендовать. Вот. На мой взгляд, именно так можно ответить вам на ваш вопрос. Понимаю, что, наверное, это не совсем то, чего вы хотели бы. Понимаю, что, возможно, это не совсем то, чего вы ожидали, но, тем не менее, именно с профессиональной точки зрения можно ответить на ваш вопрос так, что ребенок бунтует и значит, ведет себя так, как скрытно, подсознательно воспринимают его родители. Вот. Я желаю вам удачи, всего доброго. Если остались вопросы, пишите в личку. А если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.